Господин Утимуратов, приглашаю вас на суд народа в открытых онлайн-теледебатах. Я вас приглашаю, потому что вы разрушили мой бизнес, захватили мое имущество, оставили без средств существования более 2000 человек и третьих лиц пустили по миру. Сегодня я хочу призвать вас к ответу и вызвать вас на дуэль. Пусть народ решит, кто из нас прав. В давние времена наш народ, когда возникал спорный момент, предлагали поединок, жек-пи-жек. Решим вопрос по-честному. Мне больше ничего не остается. Предлагаю, если я проиграю по итогам голосования народа, все, что я имею, раздам народу. Если я выиграю, то все свое богатство вы раздайте пенсионерам, многодетным матерям и инвалидам. Всем известно о вашей благотворительной деятельности. Я тоже занимаюсь благотворительностью, будучи бизнесменом от Сахи. И тому много примеров. У нас одна разница. Я помогаю из своих средств, не имея таких ресурсов, как у вас. И не засовывая рук чужой, то есть мой карман. Я уже разослал приглашение моим друзьям в Соединенных Штатах Америки, Англии, Германии, России, Китае, Японии, Израиле, Турции. Также приглашаю международных наблюдателей со всего мира. Наш суд ничего не решает. То есть он решает, но в чью-то пользу. Я убедился в этом. Все судьи боятся вас. Это показали судебные процессы, в которых я защищал свои интересы. Приглашаю на народный суд. Приходите на открытый поединок. Только вы и я. Подставных лиц мне не надо. Вы ведь доказали всему миру, что вы гениальный бизнесмен, который смог за короткое время заработать 3,4 миллиардов долларов США, будучи госчиновником. Поэтому, если вы не отреагируете на мой вызов, весь мир убедится, что вы типичный рейдер, а не гениальный бизнесмен. Пенсионер Набиев приглашает миллиардера Утимуратова 16 марта 11.00 в город Алматы, улица Бугумбай-Батыра, 62/2, на площадку студии журнала «Эксклюзив».